Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня, когда я рассказывала про пикировку томатов и жаловалась, что у нас дома очень жарко, томаты высокорослые прут вверх, растут как бешеные. И я говорила, что я оглядываюсь на придомовую теплицу, что-то солнышко пригрело, надо посмотреть, какая там температура. И вот я вышла, смотрите, видно вам, нет? Температура в теплице у меня, в придомовой, 26 градусов. Так что, как бы это дико не звучало, как бы страшно мне не было, но я сейчас вот лоточек один с этими с высокорослыми томатами все-таки выставлю сюда, чтобы им, короче, жизнь медом не казалась, чтобы они не перли вверх, а вот при такой температуре. Тут хоть и 26, но тут, конечно, почему-то как-то прохладненько, прохладнее, чем дома. Я вот попробую теперь выносить, хотя 6 февраля ни разу не выносила, в том году, по-моему, 15-го первый раз выносила. Еще раз, вот это такой плюс ощутимой придомовой теплицы, что можно в самые ранние сроки, даже в начале февраля, выносить рассаду. Когда я прочитала вчера комментарий про эти, про мои, вот которые вытягиваются-то, ой, что из них будет через 2 месяца, они у вас будут хилые, они не дадут никакой урожай. Мне хотелось написать, что не делайте преждевременных таких, как оценок, и результатов не выставляйте. Вы же не знаете, в каких условиях я буду выращивать. Ну, просто неохота писать, некогда лишний раз всем, кто вот так вот начинает в негативном ключе писать комментарии. Я-то сейчас их начну выносить в придомовую теплицу на живое солнце. Они не будут ни вытянутые никакие и дадут прекрасный урожай. Ведь у нас у всех разные условия. Если они у меня в первые 2 дня немножко вытянулись, это не значит, что я не смогу исправить ситуацию. Все пошло золотком. Сейчас буду первый десант выкидываю в придомовую теплицу 6 февраля. Нынче рекорд побит. У нас очень тепло. У нас ноль на улице. Слышите, вот хрустит. Это снег опадает из крыши, с теплицы. Хотя снега еще, смотрите, сколько. Метра полтора завалена вся теплица снегом. Поэтому и здесь прохладненько. Здесь как с одной стороны солнце греет, с другой стороны обложено снегом, как холодильник. И не поймешь, что. Внизу, конечно, попрохладнее. Но я на верхнюю полочку поставлю их. Первые солнечные ванны будем принимать. Ну вот, прошло 3 часа, как я выставила свои саженцы на улицу, в придомовую теплицу. Солнышко начало уходить. Тут стало 18 градусов. И то эта температура для них лучше, чем дома, которая 26. Но я их, наверное, сейчас занесу. На первый раз им хватит впечатлений. Вполне. А то у них будет шоковая ситуация. Шоковое, короче, состояние шока после жары на 18, на 16. Завтра пойдем еще, наверное, всей компанией, потому что в теплице уже тепло. Вот сегодня первый раз гуляли.